К доступности газа и удобству его использования все мы настолько привыкли, что порой забываем об его опасности. Избежать аварии и ее последствий помогает регулярное техническое обслуживание газового оборудования. Проводить его имеет право специализированная организация «Мособлгазсервис». Так, в частном домовладении на улице Московская сотрудники этой компании провели ТО. Газ может подаваться в дома, домовладения, только в том случае, если есть договор на ТО, на техническое обслуживание. Если его нет, то уведомление высылается с периодичностью, там, 20 дней. В общем, надо соблюдать это законодательство. Вот. То есть не реже одного раза в год должен быть произведен технический осмотр газооборудования. Алексей Пачев отметил, что в этом домовладении имеется договор на обслуживание газового оборудования. Еще раз обращаем внимание на важный момент. Этот документ строго обязателен. В соответствии с ним сертифицированные специалисты будут ежегодно проводить проверку приборов и газопровода. Регулярная диагностика и качество технического обслуживания позволят предупредить утечку газа или аварию. В ходе ТО проверяется герметичность соединений на трубах, кранах и задвижках, устанавливается, правильно ли работает автоматика, отвечающая за безопасность. Осмотр всего оборудования необходим и для того, чтобы определить, соответствует ли его подключение всем необходимым требованиям. В данном случае тут нарушений нету никаких. Котел работает исправно. Смотрим, какое пламя обязательно, там, чтобы открывов, проскоков не было, там, чтобы цвет пламени соответствовал. То есть, и из этого уже делаем выводы какие-то. Вот. То есть, чтобы, если есть какие-то нарушения, мы их устраняем. Жители довольны тем, как изменилась их жизнь после подключения голубого топлива. Мы отапливали помещение электричеством, это так хорошо било по карману. Да и в плане удобств, потому что мы пользовались газовыми баллонами, это было довольно-таки тяжело. Ну, возить газ, заправлять, это все постоянно. А сейчас эти многие проблемы решились, и стало удобнее, намного комфортнее в денежном эквиваленте и в свободном времени. Сотрудники Мособлгазсервиса в ходе технического обслуживания проводят инструктаж, как правильно обращаться с газовым оборудованием, как проследить за тем, чтобы оно работало исправно и, соответственно, безопасно. Количество договоров на ТО увеличивается. В нашем городском округе за прошлый год специалисты Мособлгазсервиса провели более 7200 проверок газового оборудования. А с начала этого года их количество превысило 1500. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.